Ребята, всем добрый вечерок. Вот мы с вами и вторая, ну, с вами как бы на канале. Вторая часть нашего рейса Тимашевск из Великого Новгорода. Везем одежду. Вот, осталось проехать 1530 километров. Это 20 часов 45 минут по навигатору. Ну вот, заводимся. Под ваши аплодисменты я покажу маршрут. Вышние волочки мы. Вот мы с вами тогда остановились переночевать на заправочке. Ребята, тоже кто-то на Мерседесике. Включим. Уже вечерок, куча пары. Идем на Москву. В сторону, да. В сторону Москвы. Как я и говорил в первом видео, игра захватывает. Прямо. Поехали далее. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Ну что вот стоит? Ну, проскочим, да? Извиняйте, дядьки. Ремонтик идет. Наконец-то взялись за ремонт дороги, хоть в игре и то ремонтируем. Не судите строго, играем как можем. Играл в мультиплеере, да, там тоже интересно, свои плюсы и минусы есть. Играли с другом, с ребенком, с сыном. Ну, интересно так. Идешь там компанией. Сейчас вот переустановил весь компьютер заново игру. Вот. Надо мультиплеер все поставить. Там погонять. Тоже интересно.
уже как бы и вечер на дворе, как бы в реальном времени тоже вечер. Хочется тоже поспать, с работы прихожу. Ребята меня спрашивали, как можно уснуть за рулем в игре. Я говорю, реально, почему бы и нет. Сидишь, дремлешь, глазки закрываются и улетаешь куда-нибудь. Как в реальной жизни. Только в реальной жизни все. Пиши, все пропало, а тут восстановил машину и поехал дальше. Доедем сегодня с вами до Москвы или не доедем. Ой. Просто завтра рано вставать. Реально ехать в рейс. Лечь пораньше спать. Прямо. Держитесь левее, а затем прямо. Прямо. Давай, левее. Да, с навигатором. А то бывает, пролетаешь повороты. Или наоборот, повернул, хотя тебе... Прямо надо.
как-то раз забываю. Подлагивает игра. Прямо. Мерседесик. Наше детство таких игрушек не было. Играли мы в песочнице. Дома в песочнице. Как сейчас помню, с другом. У него тоже отец, как и у меня. У меня и дед водитель. Отец водитель, я водитель. Вот. И у друга отец водитель. Со школы приходим, нам давали там денежку, как говорится, там на чай, на булочки, экономили. Прямо. Пришли мы в детский мир. Увидели там два КАМАЗа. Такие, ну, КАМАЗы не КАМАЗы, ну, грузовики большие такие, очень большие, металлические. Подкопили. Ну, честно, не помню, сколько стоит. Прямо. Он такой: так. А жили мы за городом. В поселке. Под Новгородом есть поселок такой, Панковка. Вот. Сели с ним. Ну, со школы пришли. Взяли денежку. Сэкономленную. И такие, говорит, так, поехали, как будто бы нас отправили за новыми КАМАЗами, получать новые КАМАЗы. И вот мы с ним в детский мир приехали, в Новгород. Тогда он еще был Новгородом, а сейчас он великий. Купили мы с ним эти два грузовика. Прицепили веревки и пофигарили мы домой. Объезжен у нас был весь поселок. Что мы только не возили, и песок, и камни. Такие бортовые. Долго у меня стоял это самое. Потом на балконе заржавел. Там брат играл. Такое счастливое детство, беззаботное. Сейчас вспоминаешь, такой проводили. Потом отец матери купили мне тоже игру такую. Назывался «За рулем». Если кто помнит, такая на батарейках. Круг такой, руль. Скорость там, зажигание, вот. А, Москва. Вот, ребята, мы уже разговорами и приехали мы в Москву. И машинка на магнитике, вот управляешь. Так, друзья приходили в очередь, вставали, играли тут. Интересно такое там, по трассе. А сейчас детей не удивишь игрушками. Сейчас и в телефонах, и в компьютерах, и в центрах торговых, везде.
Мальчик 10. Где-нибудь стояночку найдем. Держитесь правее, а затем поверните направо. Поверните направо. Прямо. Найдем где-нибудь парковочку или заправочку и там встанем. Круговое движение. Второй съезд. Съезд. Все светофоры собрали. Держитесь левее, а затем поверните налево. Поверните налево.
И направо, да? Держитесь правее, а затем поверните направо. Поверните направо. Повернули мы направо. Выходим из Москвы. Впереди вроде будет заправочка. Как раз мы тормознемся. Заправляться мы не будем. Вот, как говорится, вот и сказочки конец, а мы приехали, молодец. Так, как я уже говорил, это вторая часть нашего рейса, вторая часть видео. Фары, глушим машину. Так. Ну, так, ребята, что вам показать? У меня посылочки, моды разные. Мы сейчас быстренько покажу. Получится, не получится. Вот, это у меня тут мои поставлены моды. Различные. Если интересно, там по ссылочке заходите, посмотрите, кому может, кому что-то понравится, себе поставить на Steam.
На стиме и так по ссылке там. Так. Так, 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 так. Выходим мы. Сейчас выпью лекарство и спаюшки пойду. Так, вот, смотрите, у меня гаражи. Карта. Это все вот. Все, что можно было, все купил. Ну, это для прохождения там достижений. Вот с вами. Сейчас мы вот здесь находимся в Москве. Нам сюда вот надо ехать. Так, грузовики. Грузовики вот у нас тоже вот. Вот. Грузовиков сколько. Все работает, грузовики. Вот у меня искание. И маны, и вольвы, и ренушки, мерседесы, и веки. Короче, что можно было, все. Все куплено. Все работает. Так, интересно. Прицепы. Прицепы. Вот у меня тоже тут 100 прицепиков. Вот профлайнер, кран, Мерседес, Великий Новгород. Это вот мы на нем сейчас ездим. Так, так, что тут персонал? Персонал вот у меня тоже тут. Надо будет как-то заняться, распределить по всем гаражам. Остальным, где нет водителей, их туда хотя бы там по два человека на гараж. Так. Так, так, так. Вот покупка грузовика. Вот. Мы, например, там. Мерседес, да? Побольше там приобрести онлайн. Вот. Ребята. Кабинку. Поменяем кабинку. Увеличим мы. Гигаспейс. Но я немецкий изучал, так вот. А покрасочку вот у нас ребята мне сделали два мода. Это вот один мне товарищ сделал, вот, как бы. Видите, он от мести вот так я раньше ездил, вот, а другой мне сделал вот эту Великий Новгород сверху и канал. У меня два канала. Это у меня такой домашний канал. Сделали вот для игры этот канал, где я скидываю видео. Вот.
Ну, разные тут покупки. Можно вот КамАЗ купить также. Это в Южном регионе. Ссылочка там есть. Тоже неплохо смотрится такой КамАЗик. Даже если вот мы сейчас прицеп свой поставим. Клево будет смотреться. Вот плохо, что вот что-то вот мне с покраской вот синюю кабинку, зеленая, может. Ну, разное. Так. Я хотел показать прицепики, там моды его скидывал, отелы. Сейчас мы так, гаражи. Покупка прицепа. Вот тонар. Они разные есть. Это 16 метров. А этот 13 метров. Даже вот если изменить конфигурацию и покраску. Вот отвелка. Сейчас модно, все ставят. Я так поездил, ну вот в основном на нашем новгородском. Делко, Итеко, Тонар. Это другая вот. Ну, вот, как бы так не смотрится. Так, покинуть салон. Также его установил мод. Вот тут вообще есть чем заняться. Ой, тут столько. Кому интересно, это так познавательно. Это вообще тут. Давайте вот так, чтобы видно было. Какие хотите фирмы. И французские, и есть и турецкие, и немецкие. Прям вообще красота такая. Можно целый день. Вот. Ну и также тут можно и фонари-то тут поставить. Разные тут. Хошь такие. Хошь замки. Вот. Можно такие. 4 замка, да? Можно 2. Можно светоотражающие эти ленты повесить. Можно тут тоже. Куда хочешь, туда и все ставишь. Так, тут что? Хошь такие, светоотражающие, хошь такие. Тут номера, тут различных вариантов. Фонари вот можно такие. Хошь сам там ставишь. Вообще. О,
Брызгайки тут различные. Хошь такие, хошь такие. Хошь ящик убрал, хочешь поставил. Вот сейчас вот запаску можно поставить. Вообще. Здесь также ленту можно и такую, прозрачную и такую. Здесь вон фонари можно повесить любых. Различных. Ну, тут тоже вон сюда. Различные установки. Термокин. Так, покинуть салон. Покидаем. Так, так, это я показал. Ну, стандартные это. Стандартные кроны. Кроновские у меня. Шварцмюллер. Ну, пока как бы. Все, что мог, все показал. Ну вот. Показал вам, какие есть прицепы. Это у меня на крон поставил мне товарищ, делал наши новгородские номера. Такой огнетушитель вот. Интересно. Так что смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте. Приятного вам просмотра. До скорых встреч. Надеюсь, завтра снимем продолжение.